Вот сверху сделали клеточку для наших носух. Еще ее, конечно, не покрасили. Сейчас я буду красить, уже подготовила краску. Ну и подготовила для покраски уже вот все. Ошкурила, щеткой по металлу весь забор. Хорошо сняла краску. И тоже буду красить. Ну и так везде прошлась. Везде потерла. Но видно, что забор такой неяркий. Все стерто. Приступаем к работе.